Накануне 23 февраля проводятся традиционные турниры по самбо, посвященные Дню защитника Отечества. Как правило, такие мероприятия проводятся с участием почетных гостей, ветеранов Великой Отечественной войны и воинов-афганцев. Свыше 150 юных спортсменов из различных городов края собрал открытый турнир по самбо в городе Хадыженске. По мнению организаторов соревнований, самбо – это лучшая система воспитания и оптимальный вид спорта для подготовки парней к службе в армии. В момент соревнований бойцы могут проявить не только физическую подготовку, но и свои лучшие морально-волевые качества. Большинство из участников открытого турнира по самбо, проходившего в Хадыженске, несмотря на свой юный возраст, уже имеют немалый соревновательный опыт, как на краевых, так и на всероссийских соревнованиях, что особенно отрадно практически каждой весовой категории белореченским самбистам удалось ярко заявить о себе. Первые места заняли Андрей Лысенко, Илья Мацвай и Артем Тамбовцев. Вторыми стали Ярослав Черепахин, Никита Лим, Артем Нерсисян, Руслан Нагоев, Аветис Азатян. Третьи места у Романа Князева, Валерия Тутунжан, Артема Сагаманян и Армена Григорян. Наталья Колесникова, новости спорта.